Окей, okay, с вами Шмики, мы продолжаем Reddit игру под названием Ниндзя-черепашки. И мы с вами, короче, плывем на корабль. Вот это самый легкий способ заработать очки, потому что здесь можно просто ехать и атаковать. Бля, я проебался. Это по 2 очка, если что, дает. Вот. Бревна, конечно, сломать нельзя. Только коробку можно, за них очки дают. Ай, еще и эту забыл. Черт. Ладно, хотите забрал. Ну все, теперь мы с вами перелетаем на корабль. Как вы видите, довольно легкий уровень. Фух, поехали. Так, чего здесь нужно ожидать? Тут есть ловушки. Всех же или мы ниндзя с вами увидели, еще нет. Если не ошибаюсь, у нас еще будет. Но если серые это не те, которые защищаются, значит у нас будут челики, которые еще защищаются, и еще один новый вид. Ну, их вы узнаете потом. Да. Не. Боже. Да нет, ну нет. Нельзя. Я не хочу умирать. Ох, контишка, неужто? Так, здесь первая ловушка. Падающая картина. Раз. Вы когда бьете врагов, лучше идите к ним потихоньку вперед. Чтобы вас, блядь, не зажимали. Черты. Сзади. Чертики. Вот. Второй вид ловушек. Это крестики на полу. На них лучше не наступать. Это, если что, ямы. Ну, давайте, ладно, я для примера на в одну упаду. Разберусь с ними, подождите. Да, бля. Как они надоедают, вот эти сюрикенчики, все метальчики. Вот, смотрите. И при этом мне еще урона носит. А я что-то почему-то думал, что я туда упаду. Ладно. А я убил там? И мразище допрыгнуло. А, еще тут будет новый враг, я вспомнил. И следующий новый враг довольно будет неприятный.
Ну вы сами понимаете, что я не очень идеальный рэп, потому что я умираю от врагов. От которых, скорее всего, некоторые даже проходили игру без получения урона. Наверное, игры, которые я еще не мог пройти, это Червяк Джин. Я не мог пройти игру под названием Боевые жабы. Ой, бля. Бля, меня убили. Так, нужно прыжок отсюда выбираться. Да ну тварина, ну чё вы делаете? Нажимаем две кнопки, атака прыжок, и он у нас такую херню делает. У нас будет много потом таких ловушек и дальше. С этими бочками. Так, нужно же будет сохраниться, потому что я же не сохраняюсь. Вот, вот эти челики. Они еще вместо того, что... Да, они вот так убивают. Нужно, блин, смотреть за ними. Ну, пускай они не такие сильные. Но у нас тоже хп как бы не очень много. И у меня, по идее, это последняя картишка. Ой. Сложечно. Хотя бы урон, знаете, от этого уберу. Ой, тихо. Умирать. Так, здесь же, да, есть? Давайте я сохранюсь на всякий случай. Хотя даже если я умру, я отсюда все равно начну, да, пойти. Так у меня очки все пропадут. Ну, как вы, наверное, увидели, что после прохождения уровня хпшки не восстанавливались. Ну, именно... Блин. При прохождении зоны, я имею в виду. Меня убили. Полностью меня убили полностью. Да. В смысле? А-а-а, бля. А, нет, ну правильно все. Видите, я же говорил вам, что типа все. Очки. Блин, очки жалко. Я надеюсь, вы запомнили, сколько там было врагов. Тихо, не атакуйте. Желтый. Блин, ну. Камень. Вот каменных вы увидели, это новые враги. Или еще будут новые. Печально, то, что меня убили. Там, по идее, не так уж далеко должен быть это. Должна была быть пицца. Да, я снова попался на эту ловушку.
говорится, не хочешь умереть, а такой осторожно. Ну какого черта? А, тут же количество пиц, кажется... нет, даже количество пиц не меняется от сложности. Тут только количество врагов и разновидность врагов меняется. Вот, видите, они... Вот теперь они... сами себе это... Да, они будут меня бить палками своими. За вот этих я говорил. Единственное, как их можно атаковать, это в спину. Либо просто атаковать, чтобы они падали. Поэтому я всегда их сначала атакую, вот так, захожу в спину и пытаюсь их брать. Потому что иначе с ними никак. Ну, либо бег и толкание. Как один, еще один способ. Какого черта? Мои пальцы, мои пальцы. Надо было посмотреть, с чем этот противник. А, пушки. Да, им просто нельзя давать атаковать себя. Ой, эти говнюки могли меня поднять хп. Заметьте, что они уже не умирают так быстро. Это розовые, фиолетовые. То есть. О, ко мне лоб. Я голоден. Как лоб? Из тебя выйдет отличный суп. Это Рокстеди. Против него тактика довольно тоже несложная. Атакуем, прыгаем и лучше не стоять под его атакой. Заметьте, что он оружие почти не использует. Из его, короче, оружие это есть автомат, во-первых, граната и, если не ошибаюсь, базука. Все. Но мы просто не даем шанса из-за того, что мы далеко не отошли. Если бы мы были далеко, то он начинал бы с автомата прячься. Запомни, в следующий раз я тебе побью. Я не знаю, почему места нету
Бивис и Рокстеди это Рокстеди, а Бивису почему-то не было места, окажил голову. Убежище Шреддера. Ладно, ребят, давайте тогда на этом мы с вами остановимся, поэтому всем пока.